В Оренбурге проходит финальный тур игры «Зорница Поволжья». Чувашскую республику представляет команда столичной школы номер 2, победитель 51-х республиканских военно-спортивных игр «Зорница» и «Орленок». Серьезная подготовка к соревнованиям дает свои результаты. В традиционных дисциплинах ребята занимают призовые места. Первое по строевой подготовке, второе по плаванию, третье по силовой гимнастике и сборке-разборке автомата. В этом году появились новые виды. Участникам предстоит преодолеть туристическую полосу протяженностью 500 метров, зарядить на скорость АК-74. Еще одна составляющая военно-патриотических игр – интеллектуальные конкурсы. В рамках «Зорницы» состоятся тематические дни, страницы истории, диалоги с героями, наши победы, дорогами бессмертия. Полка. Напомним, что такие встречи юных патриотов проходят ежегодно при поддержке полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.